Ну вот, получилось два одинаковых, аккуратно ровных, жестких кожуха. Один и другой точно такой же подрезанный. Это тоже небольшое влияние у него есть по плоскости, но это ничего страшного, ничего критичного. Что делаем дальше, да? Собираем нашу силиконовую форму. В собранном виде имеет вот такой вот вид, скажем. В собранном состоянии, да? Имеет вот такой вот вид. Следующим этапом надо будет отрезать лишнюю вот эту вот часть. Получается лишняя часть по силиконовой. Силиконовому основанию. При помощи нашего канцелярского ножа. Это сейчас все сделаем. Выставились и аккуратненько лишнее отрезали. Раз. И с этой стороны то же самое. Также разворачиваем и много. Можно это, конечно, предусмотреть на этапе изготовления силиконовой формы и высоту нашего основания маленечко уменьшить. Так, где у нас тут край, да? Чтобы сейчас не подрезать, но я считаю, так как форма изготавливается на заказ, отрезать вот такие вот две небольшие силиконовые полоски гораздо проще получить эстетичный внешний вид нашей формы. Следующий этап, это значит, где же? Ладно. Это первая подрезка, конечно, вот эта вот силиконовая часть, все эти торчашки, которые есть излишние, мы будем убирать. Здесь вот, которые образовались. Чем их подрезать? Будем подрезать маникюрными ножницами. Вот они у нас, кстати. Видно? Вот они, маникюрные ножницы. Я их уже показывал. Это делать очень удобно ими. Потому что вы легко контролируете, они с угнутым профилем. Делать вам это будет удобно. Видно? Нет? Вроде видно. Ну, в общем, и в целом, да. И здесь то же самое. Когда эту операцию вы делаете при помощи канцелярского ножа, есть возможность того, что где-то вы лишний раз куда-то зарежетесь лишнее, повредите целостность вашей силиконовой формы. То с ножницами работать гораздо безопаснее и удобнее. Но это исходя из моего личного опыта. Чтобы приобрести свой собственный, вы должны сравнить, поработать и тем, и другим. Вот. Но это не самое главное. Сейчас настал этап установки замков. Я использую вот такие вот замки. Как их ставить? На этой форме будет у нас два замка. Будет достаточно. Вот в таком виде он будет находиться. Значит, делаем следующее. Приблизительно располагаем наш замок на форме и отмечаем отверстие, в котором он будет, через которое он будет крепиться. Крепить мы будем его при помощи заклеп. Заклеп, кстати, тоже у нас здесь. Вот заклепки. Нам надо будет их 3 штуки на каждую сторону. В итоге 6.
Так. Ух ты. После того, как разметили, необходимо сделать отверстие под заклепку. Кстати, очки нашлись, да? Куда они не девались? Чем делаю отверстие под заклепку? Отверстие под заклепки делаю при помощи ступенчатого сверла. Устанавливаю шуруповерт, намеченное заранее отверстие. Берегите пальцы. Аккуратненько сверлим. Диаметр под заклепку в моем случае 4 миллиметра. Лезет? Да, лезет. И берем пистолет для заклепок. Выглядит он вот так. Все, заклепка одна установлена. Снова примеряем наш замок. Намечаем второе отверстие. Берем дрель. Стреляем заклепку. Попадает хоть в квадрат, нет? И намечаем еще одно отверстие, третье, да? Ну вот сверлим. Берем заклепочник. Нижний замок, так скажем, или замок, который состоит из двух частей, верхний и нижний, да? Саму защелку я креплю на один, всего на одну заклепку. Почему? Потому что вторую нет возможности установить, туда не подлазит заклепочный пистолет. Можно крепить замок по-другому. С другой стороны, если установить деревяшку и отсюда закручивать саморезом в деревяшку, тогда небольшой кусочек, к примеру. Например, у меня вот в наличии имеются ну вот такие вот небольшие обрезки от ламинированного ДСП, которые можно использовать. И наш замок будет крепиться вот так вот. То есть только это с той стороны, с внутренней части, вот отсюда, а это отсюда. И прикручивается при помощи саморезов. Это будет соединение намного прочнее и эффективнее. Но поскольку наша силиконовая форма не имеет больших размеров, как-то громоздких, достаточно и такого крепления. Работает вполне, вполне комфортно. Можно регулировать здесь степень натяжения и прижима. Делаем со второй стороны все то же самое.